Друзья, всем добрый день! Меня зовут Маргарита Соловьева. Я участник сообщества «Суперкопилка» с 2020 года. Сегодня я хочу вам рассказать про очень интересную акцию, которая проходит у нас в сообществе. Акция называется «Грант на развитие пассивного дохода». Давайте с вами разбираться, что это такое. Грант на развитие пассивного дохода. С заботой о каждом участнике только в период с 31 мая по 19 сентября 2021 года мы запускаем акцию «Грант на развитие пассивного дохода». Грант – это сумма средств, которую мы начисляем участникам, принявшим участие в акции, чтобы на эти средства они смогли создать свой пассивный доход или увеличить существующий. По условиям акции участник, который делает взнос в размере от 50 до 1000 тет, 1 тета равна 1 доллару, может подать заявку на участие в акции «Грант». В этой табличке видно, какую сумму человек вносит и какой бонус он получает. Если вы делаете взнос 100 тет, то суперкопилка вам дарит 50 тет. Если 300, то значит 150 тет в подарок. 500 тет – подарок 250. 1000 тет – 500 тет в подарок. 2000 тет – 1000 тет в подарок. Ну, то есть, 1 тета – это 1 доллар, еще раз напоминаю. Значит, 2000 долларов взнос, 1000 долларов в подарок. Очень выгодная акция на самом деле для того, чтобы сделать большой скачок в развитии своего пассивного дохода. Для новичков очень выгодно тем, что уже на старте люди получают бонусы, которые они используют на развитие пассивного дохода. Суперкопилка дарит всем новичкам 30 долларов, плюс можно поучаствовать в акции «Грант» и получить дополнительные деньги для развития своего графика. Очень удобно и очень выгодно, друзья. Если участник новый, то под взносом подразумевается стартовая сумма, которую участник готов внести для построения пассивного дохода. Для участников, которые уже имеют пассивный доход, под взносом имеется в виду дополнительный взнос, который надо сделать сверх того, что участник планировал сделать по своей стратегии пассивного дохода. То есть, как ни крути, с любой стороны посмотреть, очень выгодная акция. Она будет длиться до 19 сентября 2021 года. Вообще она состоит из 4 этапов. Несколько этапов уже прошло. Сейчас у нас новый этап. Поэтому у вас есть отличная возможность и время принять участие в этой акции. Здесь дальше пишутся условия акции. Под этим видео я оставлю ссылку на эту статью. Вы можете зайти и еще более внимательно все прочитать, изучить. Если вам интересна эта акция, вы хотели бы в ней принять участие, обязательно напишите мне, контакты есть под этим видео. Я вам объясню, как подать заявку, чтобы вам прислали расчет, вы посмотрели. И если вам это подходит, вы могли бы поучаствовать. Как я уже сказала, всего 4 этапа в этой акции. Сейчас у нас идет 3-й этап, он с 26 июля по 22 августа. Еще будет 4-й этап, поэтому есть прекрасная возможность еще в 2 этапах принять участие, потому что можно участвовать во всех этапах сразу. У нас многие участники так и сделали. Приняли участие в 1-м этапе, во 2-м, сейчас в 3-м участвуют и будут участвовать еще в 4-м. Вот представьте, как у них за счет бонусов по гранту вырастет пассивный доход. Принять участие в акции «Грант на развитие пассивного дохода» могут все участники суперкопилки. Как новенькие участники, так и те, кто уже здесь давно. Главное условие – создайте или увеличьте свой пассивный доход и получите грант до 1000 тет за дополнительные взносы. Здесь прописывается размер вашего взноса и бонус, который вы получаете за ваш взнос. Для того, чтобы принять участие, надо подать заявку к вам на почту, по которой вы зарегистрировались, придет письмо с расчетом. Вы его смотрите, если вас все устраивает, вы в обратном письме пишете, что вы согласны. В этом случае к вам в
кабинет на баланс присылаются деньги, которые вы используете на развитие пассивного дохода. Поэтому обязательно зайдите по ссылке, которая есть под этим видео, почитайте эту статью, посмотрите, узнайте, какие условия. Если вас условия устраивают, то рекомендую вам обязательно участвовать, если вы планировали присоединяться к суперкопилке или планировали увеличивать график выплат. Для вас эта акция будет очень выгодна. После того, как вы получите грант, у вас еще есть возможность поучаствовать в отзыве за получение гранта. Вы пишете отзыв о том, что вы получили грант, и суперкопилка вам дополнительно еще будет дарить бонус от 10 до 40 ТЭТ. Также здесь есть вопросы-ответы по условиям акции. Обязательно прочитайте все, посмотрите, какие здесь есть нюансы, чтобы вы были в курсе событий, как говорится. И добро пожаловать в наше сообщество «Суперкопилка». «Суперкопилка» стабильно работает и платит 8 лет. В этой системе есть 4 степени защиты вкладов участников, что является очень классным преимуществом по сравнению со всеми инвестиционными проектами в интернете. Таких защитных механизмов нет в других инвестпроектах. Поэтому, если вам интересно создать стабильно растущий пассивный доход, то суперкопилка является отличным инструментом для этого. Друзья, вот такая вот интересная акция сегодня проходит в нашем сообществе. Она будет продолжаться еще до 19 сентября. Если вы планировали заходить в суперкопилку, то сейчас это самый удобный момент. Потому что суперкопилка подарит вам бонус, который вы используете на развитие своего пассивного дохода. Под этим видео есть моя ссылка на сайт. Заходите, смотрите, изучайте. Все возникающие вопросы вы можете мне направить в личку. В описании к этому видео есть мои контакты. Меня зовут Маргарита Соловьева. Всем желаю добра, здоровья и процветания. Всем пока!